63-летний водитель, управляя автобусом Kia Grand Bird, не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на здание аэровокзала. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших людей нет. Транспортному средству и зданию причинены механические повреждения. Предварительно установлено, что автобус двигался по маршруту город-Магадан-аэропорт. В салоне автобуса находился один пассажир. Транспортное средство проходило технический осмотр, диагностическая карта действующая. В настоящее время по факту происшествия сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.